Так, ребят, давайте шевелитесь. Нам скоро выдвигаться. А, Хироюки Кар. Эй, просто Хиро. Приветствую. Я думал, что ты и твой гонщик не справитесь. Я из Лайф, мы спонсоры этой гонки. Я буду руководить этим событием. Прогуляемся. И еще раз спасибо вам. Я просто в восторге. Это очень важно для нас. Не стоит. Мы всегда ищем новые таланты, а ты и твой друг как раз подходите. Я могу это не говорить. Но если вы выложитесь в этой гонке на полную, вам откроются многие двери. Понял. Мы вас не разочаруем. Не разочаруете? Дело в другом. Это ваш шанс впечатлить действительно важных людей. Благодаря мероприятиям, которые мы проводим, сообщество гонщиков узнают о новых состязаниях. Вы же хотите гонок, да? Да, это очень важно для нас. Мы пытались транслировать наши гонки, но безуспешно. Вряд ли кто-то хочет смотреть не весь на кого. Поверь мне. Нужно просто показать миру, как вы выигрываете это состязание. Будет результат, и у вас станет больше фанатов и возможностей. Мы постараемся изо всех сил. Хиро, друг, мне не нужно изо всех сил. Мне нужно легендарно круто и безбашенно. Ну ладно, мне пора. Организационные вопросы. Удачи. Ага, спасибо. Ну, все готово, дружище. Ни пуха тебе, ни пера. Просто гони, что есть мочи, и мы с тобой окажемся на вершине. Добро пожаловать в город, который никогда не спит. Вас ждет невообразимое. Весь Нью-Йорк захвачен гонщиками. Это уже не просто город, это полигон, где состязаются лучшие водители и пилоты современности и будущего. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное – привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. Вы видели тот прыжок? В том-то и дело, ребята. От числа фанатов просто крышу сносит.
В эфире настоящий экстрим! Появятся фанаты после победы на трассе. Но это не единственный путь. Сделайте эффектный трюк, как этот, например, и они тут же к вам побегут. Сами проверьте. На две трети пути, и мне кажется, что мы наблюдаем, как на трассе вспыхивает новая звезда. И вот, наконец, грандиозный финал. В наше время теперь так. Недостаточно быть хорошим пилотом. Нужно блистать и в гонке, и в жизни. Всегда быть в курсе последних новостей из социальных сетей. Чем больше у вас фанатов, тем больше будет новых. Войдете в первую гоночную команду, и вторая начнет к вам присматриваться. Соберете группу поддержки, и желающие заключить контракт начнут стучать в дверь. То есть водитель, который привлечет на свою сторону достаточно фанатов, откроет новые стили гонок, дисциплины. Вы назовете их превосходными. А разве все мы не гонимся за чем-то превосходным? Я буквально чувствую наплыв фанатов, а вы нет? С вами была программа Live Extreme. Первый эпизод из самого сердца Нью-Йорка. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.